Следующие дорожные знаки установлены после перекрестка. Остановка и стоянка запрещена. Табличка, что работает эвакуатор в случае нарушения. Но, как вы видите, водители спокойненько останавливаются, не боясь ничего. Затем регулируемый пешеходный переход. И потом пошли запрещающие знаки. 3.4. Движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны запрещено. Но только с 6 утра и до 9 вечера. Соответственно, с 9 вечера и до 6 утра большие грузовики продолжат движение по улице Красной и имеют право. И знак ограничения скорости действует с места установки и до ближайшего перекрестка. Как вариант, из зоны, которая завершает требования знака, пусть будет. Максимальная скорость на этом участке будет 40 км в час. Все, вот такой обзор получился.